Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Ввести криптомонету Призм со своего собственного кошелька в торговый терминал Rudex, основанный на блокчейн-технологии, несложно. Все происходит так же, как вы это делали на любую другую биржу. Но есть очень серьезная разница, для новеньких особенно, между переводом монет Призм на биржу и переводом монет на любой другой кошелек. Переходим на биржу Rudex. И нажимаем вот здесь на три полосочки. Далее, депозит, снятие. Страничка у нас не будет двигаться до тех пор, пока мы вот здесь не поставим с вами галочку. Поставили галочку, и у нас появилось две кнопочки. Внести депозит и вывести. Здесь написано, выберите валюту, которую хотели бы вывести. Нам надо внести, поэтому нажали на кнопочку внести и выбираем Призм. Нам выставили реквизиты, адрес и мемофразу. Многих пугает именно эта мемофраза. Поэтому эти многие ищут другие источники обмена своих монет через сомнительные обменники, да еще и в соцсетях. А не нужно бояться. Делайте пошаговые движения, которые я вам сейчас показываю, которые я показываю практически в каждом ролике, и вы научитесь совершать и выводы, и вводы, и обмены на любой бирже. Уверяю вас, это очень просто. Если вы решили зарабатывать в нете, значит, вам нужно учиться работать с биржами. А еще лучше, если вы создадите свой сайт. Ну, с сайтом я вам тоже помогу, буду делать для вас такие уроки. Без этого сейчас, ну, никак. Это очень честный заработок и для вас, и для тех, кого вы приглашаете на бирже. Мемофраза, которая вставляется в описании, это личный ваш расчетный счет на бирже и всего-то. То есть вы отправляете монеты по адресу кошелька, и они переходят с вашего личного кошелька в доверительное управление на кошелек биржи. А вот мемофраза отвечает за то, что монеты, которые вы отправили по этому адресу на биржу, вот они и будут отображаться в вашем личном аккаунте на этой бирже. Переходим новую вкладку и открываем GitHub. Приложение у меня сразу автоматически переводит. Если у вас не переводится, нажимаете правой кнопкой мыши, и вот здесь есть «Перевести на русский». Нажимаем «Удобный онлайн-кошелек». Переходим. Нас запрашивает, вы будете создавать новый кошелек, регистрировать, либо у вас уже есть кошелек, вам надо войти. Нажимаете «Войти», вставляете сюда адрес вашего кошелька, с которого вы будете выводить, и нажимаете «Войти в кошелек» на зеленую кнопочку. Все, вы в своем кошельке, у вас, например, вот такая сумма. Нажимаете вот на эту сиреневую кнопочку «Отправить монеты». Сейчас здесь написано все на английском языке. Нажимаю «Перевести на русский». У меня все перевелось. Значит, сюда нам надо ставить адрес кошелька, сюда открытый публичный ключ, сюда количество монет, а сюда комментарий. Заметьте, что сейчас произойдет. Копируем адрес кошелька биржи. Копировать. Адрес скопирован. Вставляем адрес и ждем. Вставляем количество монет. Видите, что произошло? Публичный ключ нам вставлять не надо, потому что биржа Rudex нам не дала таких реквизитов, а дала мемофразу, которую мы сейчас копируем. Вот здесь нажимая на кнопку, не копируйте вот так старым дедовским способом. Скопируйте пробел либо здесь впереди, либо в конце, и ваши монеты уйдут не туда. Поэтому нажимаем «Копировать памятку» вот здесь. Мемо скопировано. Переходим. Пишем 60 монет и вот сюда комментарий вставляем нашу мемофразу. Первый раз всегда надо переводить минимальную сумму. Минимальная сумма для ввода на биржу Rudex 50 монет, и я ввожу 60. Потому что я еще ни разу не вводила на эту биржу монеты. Делаю это первый раз вместе с вами. И поэтому я не ввожу большую сумму, что и вам советую. Сюда вы вводите вашу парольную фразу, которую вы создавали при создании вашего кошелька. И нажимаете на слово «Продолжить». Страничка тут же обновится, и в ней появится комиссия за вывод плюсом к вашему балансу на вывод. Вам нужно будет еще раз ввести парольную фразу, подтверждая тем самым, что вы согласны с такой комиссией, и еще раз нажать на зеленую кнопку. Вот и все. А сейчас я покажу, как
перевести монеты с вашего личного кошелька на биржу Rudex тем, у кого установлена нода. У кого нода не установлена, советую установить. Это признак вашей безопасности. Хранение монет даже на вашем личном собственном кошельке. Сейчас в правом верхнем углу появится подсказка. Переходите по этой подсказке на мой ролик «Как закачать ноду на свой компьютер». А сейчас мы нажимаем на кнопочку вот здесь внизу «Отправить призм». Вышла табличка, в которую нужно вставить. Первое – адрес кошелька биржи. И поставив галочку «Отправить сообщение», появится строка, в которую нужно будет вставить мемофразу. После того, как вы вставили адрес кошелька, вставили количество монет, вставили мемофразу, только после этого, проверив, все ли вы правильно вставили, вставляете парольную фразу. Еще раз все перепроверяете и нажимаете на кнопку «Отправить призм». Повторюсь, что первый раз, когда вы отправляете монеты, отправляете минимальную сумму. То есть видите, да, что я первый раз отправила 60 монет. И только после того, как эти 60 монет попали на биржу Rudex, я вывела туда еще 300 тысяч монет. И у меня осталось 424 тысячи монет на этом кошельке. 300 тысяч монет я вывела для того, чтобы трейдить на этой бирже. И вам советую не бояться и зарабатывать на биржах. А также приглашайте на бирже по своим реферальным ссылкам. Это очень выгодно. Даже если вы не будете трейдить, вы будете постоянно получать пассивный доход от тех трейдеров, которых вы пригласили. Просмотрите вот этот ролик, как я заработала путем трейдинга на бирже BTC Alpha $1000 за одни сутки. Всем удачи! С вами была Валентина Синема 2.